Эй, Голди, что тут происходит? Так, все в сборе. Ладно, давайте начинать. Я вам хочу представить свои новые творения. Чернильные монстры. Я на них набрел случайно, когда ходил по одной из заброшенной части нашей пиццерии. Они сильнее любого из нас. Не волнуйтесь, они все в надежных контейнерах. Они отсюда никогда не выберутся. Клянусь вам. Привет, меня зовут Борис. Давайте дружить. Здравствуй, Борис. Меня зовут Фредди, а это мои друзья. Точно, друзья! Сейчас я их открою! Извини, Борис, но они же под замком. Но у меня же есть ключи от этого замка. Ну что, сейчас открою! Я вновь вернулся, Дима. Вы сейчас увидели минимум вот сценку с моим новым Борисом. Да, Борисовичем. Борисом Борисовичем. У него теперь есть чемодан в комплекте и ключи. Ну, типа, суть всей сценки заключалась в том, что появились новые персонажи, такие как Борис, Бенди и Алиса. Вот. И, ну, как бы, вот, все удивились, как бы видели все подобные, вот все эти видели максимум таких вот. Но это такого подобия чернил. Именно чернил. Вот в комплекте даже чернила есть. Ну, это я их с коробки снял, ха-ха, для декораций. Ну, в общем, вот. Самого Бориса, я так понял, вы уже все разглядели. Этого красавца, похожего на Гуфи. Вот, вы все увидели. Ну что ж, поэтому давайте я предлагаю его пока с его супер чемоданчиком поставить вот сюда. Именно к Чике пусть он тут постоит. Чика, тебе же не обидно. Ладно, чтобы не было обидно ей. Вот так вот поставим. Между поставим. Ну а дальше давайте посмотрим лучшего друга Бориса. А это Бенди. Да, сам Бенди. Про кого вся игра. В комплекте с Бенди идет маленький чернильный. Ну даже не чернильный, а его кукла. И мне кажется, у нее нет рук. Подозрительно. Ну и чернильница. Он потому что, ну, как знаете, грубый, конечно, пример. В общем, многие люди пьют. Так вот он пьет. Пьет чернила. Вот так вот. Здесь сайт какой-то. Здесь говорят, что 4 коллекция из 4 фигурок. Всякие там... Вот кто сделал? Сделал это Matty Games в 2017 году. Ё-моё, да, они и FNAF сделали в 2017. Стоп. Ё-моё, кто-нибудь поймёт мне смысл, объяснит? Объяснит мне кто-нибудь смысл? Эй, люди, объясните мне смысл игры. Смысл создания этих. В общем, вот... Сама чернильная машина здесь нарисована. Ну и название Бенди. А, еще Steam. Steam. Реклама. Это не реклама, не реклама. Ну, в общем, давайте откроем самого Бенди и посмотрим, как он будет на ощупь. Потому что, когда я Бориса трогал, я их во время съемки открывал. Ну, в общем, когда я Бориса трогал, было прикольно его потрогать. За ручки, за голову, за тельце. Интересно, какой ощупь между рок Бенди? Поэтому давайте сейчас посмотрим. Так, ребят, появилась вторая клееночка, как вы видите. Это значит, что мы вскрываем самого Бенди. Так. Момент истины. Нужна какая-то эпическая музыка. Например, такая. Вот он. We'll be right back.
так считаю, вскроем, отлепим чернила. Они нам нужны еще для декораций. Давайте начнем не с самого Бенди, а с его аксессуаров. Ничего, смотрите. Так. Блин, как нам показать эту мелочь? В камеру. В камеру. О. А, это кукла Бенди. Ну, типа, как у ФНАФ были куклы. Ну, знаете, но это игрушка Бенди. Фанаты Бенди поймут, кто это. Так. Поставим ее на коробочку. Мне нечего просто про нее сказать. Кроме того, что она не сидит. Смысл делать не сидящую куклу. Так. Да! Это чернила. Видно либо с трубкой, либо с ложкой. Ну, например, ну вот, например, пьет. Бонни будет пить. В общем, чернила для того, чтобы пил кто-то. Так, оставляем здесь. А теперь самая чудная и эпичная музыка в студию. Давайте открываем его. О май гад! Смотрите, этот красавец, он живой! Как он вообще тут стоит, собирается, блин? Ты мне Бориску напоминаешь, который долго пытался научиться ходить. Бенди и его Борис друг. Да. Так. Так. Блин, он на болванчиках ходит. Вот ножки, вот, минус. У него ножки немного болтаются совсем. Зато в стороны нормально разгибаются. Бенди, ты мне... Так вот! Кукла в виде такого Бенди. Такой Бенди. Да, такой прикольный Бенди. Мем новый будет. Загружу в мемы. Так, ну что ж, Бенди мы поставим к нашей красавице. Так. Ва! Некрасиво. Красиво. Ну что ж, а вот у Бенди, у нашего Бенди, своя есть подружка. Смотрите, вот на эту подружечку. Это Алиса. Это красавица Алиса. Алиса красавица. Ха. 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 Так, давайте. Я ее вскрою для вас. Ну что ж, ребят, как вы видите, уже третья появилась обертка. Сейчас несколько, я уже не буду говорить, сколько часов ночи. Я ночью все это делаю, вскрываю эти упаковки для вас. Ну а мы начинаем вскрывать подружку Бенди. Тьфу, дубль два. Подружку Бенди. Ну здесь эпичной музыки нет, поэтому будем вот так доставать. Достаем чернила. У меня очень микрофон выпал. Гад! Микрофон выпал. Микрофончик выпал. Ладно, давайте, раз уж он выпал, значит, выкидываем мусор. Так, значит, вот он микрофон. Он типа просто так не стоит. Бенди, продемонстрируй. Ты что, его не держишь? Вот, блин, накрылся! Накрылись мои планы насчет того, что ты будешь в микрофон петь. Ладно. Вот он микрофон. Белый. Ну, лучше, конечно, вот этот. Ладно, давайте дальше смотреть. Дальше у нас идет кассета. Проигрыватель такой.
Те, кто играл в Бенди, знают. И кто вообще знал, и кто такой Бенди. Знает, зачем он нужен. И так, Бенди. Он такой положил, такой посмотрел. Я посмотрел, а чё? Чё вы мне за фигню даете? Прекрасно. Теперь мы достаем. Давай! Давай! Да! В мусорку. Что это за болванчика мне подложили? Так, сюда мы не смотрим. Так, это Алиса, ребят. Алиса возьмет сейчас микрофон. Бери микрофон. Так. Так. Вот Алиса взяла микрофон и будет сейчас петь. Смот. Боди, 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 боди. Ну, в общем, спасибо, Алиса. Браво, аплодисменты Алисе. Эй, Фандайм Фредди, ты куда ушел? В общем, аплодисменты нашей Алисочке. Алисочке, аплодисменты, браво, браво. Так, сарказм. Не браво ей. Пусть она вляпалась в чернила. Чернильный ангел вляпалась в чернила. Опа. Поставили подругу к другу. Ну что ж, ребят. Надеюсь, вам понравился мой просмотр. Ну, не просмотр, а мой обзор на эти игрушки Бенди. Вы что, думали, все? Да, все. Да, серия, 12 минут уже. Поэтому все, думаю, пора прощаться. А? Позвонили. Кажется, позвонили в дверь. Сейчас. Здравствуйте. Опа, это мне? Спасибо. Ребят. Ко мне пришла какая-то кукла. Позвонила в дверь. Удивительно как. Ну, я не удивляюсь ходячим куклам. Ко мне все равно какая-то придет кукла. Стоп. А эта кукла похожа на ту, которая ко мне должна прийти. Те, кто смотрели моему каналу уже год, те поймут, о чем я. Ну, короче, эта кукла... Ай! О, мой гад! Это мне вот этого прислали, короче. Да? Не ожидали? Вы что думали, мне пришлют вот этого Бориса еще одного? Не, мне прислала эта кукла, притащила вот эту коробочку. Посмотрите на глаза Фредди. Он расстроен. Он на Фредди вообще ему пофиг. Вот два парня поняли, что с ними не так в жизни их. Ну ладно, давайте посмотрим на этого Инк Бенди, на Супер Бенди, моего любимого персонажа. Давайте, let's go. Ну что ж, ребят, четвертая упаковка вскрыта. Проверяем содержимое. Так, в коробочке мы достаем. Чернила снимаем. Чернила мне нужны, ребят. Так, вот сам Бенди. У него в аксессуарах шестеренка. Борис, у тебя чемоданчик там будет. Не понял. В коробке оказался еще выпал, как у Алисы выпал микрофон, только здесь выпал гаечный ключ. Он всегда выпадает первым. Так. Ну что ж, а теперь момент истины. Я сделаю это как мультик. Пусть он вылезет как в мультике. Ну что ж, ребят, смотрите, какой Бенди. И главное, он не тот, как у нас, как Бенди наши с Алисой. Он не болванчик, ребят. Это прям моего любимого персонажа. И сделали нормальным, ребят.
Это мой любимый персонаж. Самый такой мощный. Ну, прикольный, короче. Во всей красе. Но, если честно, я Борису ставлю 5 звезд за качество. Моему любимому персонажу Инк Бенди я ставлю 4 звезды. Увы, 4, но немного он, немного чуточку, но расшатаны у него ножки. А Бенди я ставлю 3 звезды. Ну, Алисе 4. Ну, Алиса у меня все время по качеству на 4 месте. Именно из-за своей внешности на 4. Ну, из-за того, что у нее она как болванчик стоит. Это 4. 4 место. Точнее, даже 2 звезды. Да, 2 звезды. Простите, неправильно сказал. На 4 она, короче, месте. Ну, в общем, вот. Что ж еще мне сказать? Чего? Бенди? Что с тобой? Что ж, блядь? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.